Окей. Проходим, таклим. Нам не надо это убивать, мы просто растакливаем пока. А вот этого Нестора. Въезжаем в него. Дронов выкинули. Поехали к Нестору. У них еще 30 в форте. Да, это нормально. А можно еще раз? На их форт кто-то смотрит, правильно? Эпизодически. Ну, надо, чтобы нормально смотрели. По Нестору стреляем. По Саландоку. Еще два лишака, две астарты. Угу. Стреляем по Нестору. Подъезжаем к нему. Лишаем смарты около него. Еще не Астарандок надо. Ага. Так, а Зернитра у нас чья? Моя. Там какая Зернитра? Так, человеческая. Мигу. Подъезжаем к Видоу, переехали к Видоу. Соответственно, нужно джамить. Да, Мигу можешь добавить. Ехали, едем к Видоу. Бросили Нестора, едем к Видоу. На Видоу переключились. И такл на Видоу. Чего, армор? Бродкаст норма. Угу. По Видоу стреляем, Видоу держим. К Видоу подъехали. Чего? Захожу опоком. Бустеры сказал съешить. А, бустеры съешь, сюда хорошее место. На ми маслок, по ми дамаг пойдет, кажется. По ми дамаг, да. Видоу сразу добрасывать? А, да, да, сразу, нам нужно, чтобы пробить, мы не пробьем без нее. Там, как я понимаю, дандокивается все еще. Да, у них 20 осталось в форте. А, Джамтенгу, походу, на нас. А откуда у нас, блядь, лишаки, я могу спросить? Я сейчас ее убью, Нет, те, которые тут были уже. Гов все. А, блин. Давай, да, Тенгу давай. На Видоу не выпускайте тоже из лока. По Тенге стреляем. По Эпсе свеч. Гопогреемся. Ну, это арморная. Тенгу убили, хорошо. На Видоу обратно переключились. У нас Видоу где наша? В варпе на 12. Батарейки будут? Хорошо. Не знаю, батарейки будут? Господа, это вопрос к вам. Вы же собрали флот. Будут батарейки? У нас не было батареек. Окей, значит нет, не будет. Полайзер, по Видоу стреляем. Насколько Видоу вообще мешает? Может, мы астарты постараемся убить? Нормально, нет, мы убьем ее. Они спасибо. Сами берстят. По Видоу стреляем. Погреемся? Да, да, джам, погреть. Джам на Несторов. Отлично. Секондри Нестор. Дикий маслок, да. Только Видоу сначала убить. Видоу умерла. Они заберутся или нет? Нет, Видоу не умерла. Когда Видоу умирает, это видно. Я скажу, когда переключаться, надо убить Видоу. Соответственно, джам на Несторов. Дикий бродкаст. Ага. Ребят, еще. Давайте встанем со стороны противника и посмартим их. Мы стоим так, что мы стоим обособленно и не смартим. То есть наши смарты не дамажат. Гони немного, сместимся в центр этой фигни. Будьте в оптимале Видоу, все нормально. Будьте в оптимале Видоу, все путем. Не двигайтесь, попадайте по Видоу. Погрейтесь лучше, чтобы ее убить. Ага, минус теперь Нестор. Андок, 2 пилгрима, 2 тенги Балгорн. Я займусь пилгримами. 2 пилгрима там будет. Угу. И самый главный балл. Может притащить? А, Виндика возьмите, пожалуйста. Расходку. Нам нужно будет после... Я буду тащить расходку. Нестора, погрейтесь, если есть грех. Тенга пришла. Тенга бродкастнул. Ага, ну, дронов на Тенгу. Дронов на Тенгу. Форт 19, амбоктист. Они докидывают, логинятся, докидывают. Да, на Тенгу, на мазу дронов скиньте. Не грейтесь. Квантум куда-то съебывает. Ага, на Тенгу дронов. Как будто в Снифа поехал. Снифа. Да, в Снифа. Хорошо. Тусите около, соответственно, Снифа, этого. Раскрамьте Виндикатора Квантум и еще какие-то там ключевые корабли большие. Дал скрам Виндикатору. Локли... Есть джам на других Несторов? Стрелка. Нестор Феда, мы стреляем. Нам нужен джам на других Несторов. Нет. На Снифа больше откачки. Астарта Бродкасте почти мертвая. Хорошо. Ну, она вот пока около не... в половине. Можем свичнуть нее быстро. Окей, заложите Астарту Бродкаст. Она... И стрельните по ней быстро. Давайте по команде только, ребят. Да, да, стреляйте. Раз, уже. Два, три. Уже, ходу. Уже стреляйте. Потом на лишака Шугар.
Мы сейчас себя смотрим. Маслок, Зертек. Это нормально. Под баркасом. Окей, GHD-шка, осторожно. Приготовься, бёрст надо будет сейчас давать. Ага, бёрст. Поли, шаку, розен, пошли. Я убиваю пилигрима их. Очень сильно мешают тенги. Очень Пилгрим сильно. Пилгрим тратизят. Они далеко. А, Андок Морс Нави. Андок Морс Нави. Отлично, не логин на этом Зернитро. И варпаю на дыру. Подкачайте мне холдос парни, пожалуйста, быстренько. Мы можем разнейтрить им виндики на этой отметке? Понятно, мы сейчас будем убивать, наверное, виндики. Это своя смарт. Чего? Там уже сход успеть дотащить. Тащу. Греемся. Помикай дамы в рот красном. Бёрст. Бёрст. По виндику, по квантуму. Стрельнем. Опять хедшот. Вообще похуй. Не хочет умирать, откачивается. А Морс не на андоке, видимо, в варпе. Ага. Виндик надо контролить. Скажи, когда будет бёрст готов. Виндик надо будет контролить. Скрам будет бёрст готов, скажи. Да, да, услышал. Демидж поселит Royal. Бёрст готов. Проверьте ваши оптималы, ребята. Бёрст. И по Нестору пошли, по Эркину. А подкачайте чинка пол армора на миге. Угу. Двигаемся. Сейчас ищу. Джам на виндиков. Откачки. Мы под Морос будем залезать или нет? Под Морос, блин, надо вот этого убить Эркина. Давай я поеду бамп на локли. Я могу на поке это сделать. Дайте немного откачки на Кмироса. Мы Эркина убьем, нет? Смарты выключите. Очень много спама. Смарты выключите, пиздеть перестали. Эркина убили, нет? Нет. Нет. Хорошо, стреляем по нему. Зернитра к нам едет, нет? Не слышу Зернитру. Зернитра. Больше репок дайте. Проверь, тебя не слышно. Значит, не хочешь. Кто может залогинить Зернитру? Еще. Джон, сейчас залогиню. Подъезжаем под Мороса. Подъезжаем под Мороса. Подъезжаем под Мороса. Под Мороса все поехали. Бампаем его по пути. Мы теряем снифа. Я стал снифа. Да, понимаю. Бампаем Мороса, подъезжаем под него. Бёрст. Бёрст нажали. Под Мороса поехали. Один виндик джем. Ага, сниф, я надеюсь, ты проб спамишь. Я в скраме. Да, я надеюсь, ты проб спамишь. Бёрст крути, соответственно, там, около него. Не отъезжай. А гварды ландятся. Да, это хорошо. Прям под нас. Хорошо. Нет, мы не будем стрелять. Мы около Мороса тусим, ждем, пока они приедут. По импелю стрельните. Видите, там импель. Стрельните мимо. Ребят, сейчас надо не бомпайте вот нашего флота, нужно слегка в разные стороны. Не, нормально, мы его бомпнули, все, можно уже не бомпать его больше. Эпс, скрам, может быть, сейчас урон пойдет от виндика. По импелю пошли. Стреляем по импелю. Дронов тоже на него направили. Мне тащить второй из дома готовить, нет? Нет, пока не надо. Пайпс, откачку, пожалуйста. Не запомнил, что он 12. Ага, хорошо. Ждем его. Мороса орбитим, тусим около Мороса. Дамна, которая не около Мороса, не права. Нестор, который не около Мороса, не прав. А, Локли, смотри, Астарта под нас влетает в бродкасте. Нам сейчас будет неудобно поиграть. Да, они сейчас все там. Давай, да, стрельнем в эту, окей. Скоро батарейки нужны. В Эви, батарейки, да, в Эви. Процессе. В Эви. Да, вы, я бродкастнул его. У них плюс лишак. Ага. И в целом три танги джамищей. Качаем импеля. По снифу дамы. А мы переключили что на старт. По снифу Морос стреляет. Не пробуйте бомпнуть Морос куда-нибудь. Он уже в бампе. Морос вверх нужно. Рядом с ним. Эпси, ты не рядом с Моросом. Я прохожу зерном? Да, проходи зерном, естественно. Что вокруг ты сказал мне? Ты не рядом с Моросом. Мне надо орбитить Морос. Ближе. Я еду рядом с Мором. Апок хуй знает где. Есть коцанная Астарта в бродкасте, коцанная Астарта. Нормально все, сейчас пройдет наконец-то этот, и мы начнем стрелять. По Астарте стреляй с Зернитра. По кого? Бродкастнул ее. Стреляешь? Да. Скорость какую один, которая. Какую из двух? В бродкасте, Эви. Понял, вижу. Тут две забродкастили. Ну не бродкастите, блять, пожалуйста. Кому батарейки нужны? А с ним надо больше откачивать. На Моросе, держи так, больше откачивать.
Браткаст. Зертек уехал, поехал батарейки. Браткаст, сакат, разолочь его. Ты стреляешь по астарте? Да, стреляю. У нас ТП-шки есть? Вы светите в нее ТП-шками? Да. Снифу больше откачки, он сдохнет. Окей. Астарт из Дагеранга. Бёрст нажми, пожалуйста. Бёрст и есть. Снифа откачиваем. Он очень далеко. Он очень там, далеко. Он под виндиком. А что он там делает? За... Меня все это время скрамили. Он под виндиком окей, сидел. Хорошо. Там Белгорн с нулевой, я хочу его убить. Заджамьте виндик, пожалуйста. Забей пока. Мы нет, пока нет, здесь. Нет. Давай по Моросу. На Мороса переключились. Стреляй за ним, по Моросу. Да, я понял. Ну как, мы ничего не сделаем. По Моросу стреляем. Дайте откачку на Хмироса, немного далековато, но если буду в РНЖ, дайте откачку. Ну, блять, а вот что там Минагава у нас где-то в жопе делает? Могу я спросить? Вот Унтиар, что ты там делаешь? Что я делает Хайсек Ганкер где-то в жопе? Пожалуйста, вокруг я Мороса, бомбаю. Господа. За батарейками катался. Батарейки едут к Зертеку. Ребят, уже если вы не на Моросе, вы умрете. Обс тоже тебя касается. Зернитра крутится по Моросу? Нет, он по Балгорну ходроп крутится. Крутись по Моросу. Зернитра, может стрелять куда? Я Смисонов в него стреляю. Я стреляю. Хорошо. Смисонов? Смисонов, но он далеко. Окей, я понял. Пайпс урон, опять пайпс, опять урон. Ага, тусите около Мороса. Переключились на Астарту, мы переключились, ты стреляешь по Моросу все еще. Новое видео на андоке. Ага. Фортик 12. На старту переключились, стреляем в нее. А, надо в винтиках контролить сетками джам. Два мы просто тусим около, мы орбитим Морос, и у нас все более или менее. Дикей, ты не едешь, почему? Тебя держит виндик или что? Да. Виндик окей. Плохо тянется. Да, я понял. А мы нейтримом виндики или нет? Или мы Мороса нейтрим? Есть какая-то... У нас нету нейтриков, поэтому мы не нейтрим никого. Урон. А на трекинг, если что, надо Мороса джамить. Если... Два виндика джам прямо сейчас. Повезу, чуть-чуть. Переключились опять на Мороса. Базир-тэп переключились на Мороса. Дамагом переключились на Мороса. Блин, у нас... скажите, если у вас видео будет джамить. А, только тенги, только тенги. Видео в гриде. Там 5 тенг. Поэтому они нормально. Скажите, да, если джам будет проходить. Мы пока по Моросу стреляем. Сделать спинг в гриде, чтобы можно было реварпать батлами. У кого есть фрегат? Короче, я перелансу жру. Жри, все, проверьте бустеры. Морос дропает скорость, у нас нет чела, кто его удобно может бампать. Не надо его бампать, нормально, мы орбитим его, мы уже в клазе. Хорошо. Okay. Мы его отбампаем от зернитра, там... в 90 от зернитра уже. Фит, а мы фит не сканили, мы не знаем, что там, да? У нас нет баллов все еще, поэтому мы не сканили ничего. А, Микки. Ты там 31 нормально? Да, я добро. Короче, не все, кто у нас смартит до сих пор, я могу поинтересоваться. Подъедешь? Лиза Джей, Хайсек Ганкер, можно перестать смартить, пожалуйста? Да, я кураторов убивал под нами. На кого подъехать? Как Мирасон. Блин, найти бы тебя еще. А я чуть-чуть дальше. На Андоке Феникс. Подъезжай к этому, подъезжай к Феникс. На Андоке Феникс. Подъезжай к Моросу. Да нет. Залучи мой фобус, подкачайте. Нам бы не снимать бабл, окей, да, бабл нам нужно Феникс держать. По дикей урон подняли. Не, нахер, нам, мне кажется, мы не пробиваем Мороса, я думаю, нам виндиков нужно убить просто. Сколько на стака? Он с мизонов стреляет. Давай, по виндику переключись, вот в браткасте. Мы тоже? На Нестора больше. Все переключились на виндика, да. Все переключились на виндика, Мороса отпустили, нахер он не нужен, мы в клазе. Не забывайте двигаться. Нестор, Дикей. Ага, ТП-хи да, накидываем. Но ты должен попадать, он у тебя вообще супер оптимален. Да, мы идеально попадаем. Гугреф. Секондри будет балл. Спасибо, я взял расходку, спасибо. Давай еще виндика по баллу уберем. Пошли. А, после балла. У них видите строй, ноль скорости. Не скорости. Баал тоже ноль скорости. Угу. Секондри будет виндик, Quantum Ace. Баал убили, ага. Не бампайте только праймери, будьте аккуратны. Погрев на пару секунд. Да, если есть, погрейтесь. Дронов не надо будет перенаправить. Феникс, говорит, приходят.
Да, мы нормально должны танковать это. Смотрите, Феникс, сапкап или кап? Не грейтесь, нужно на... Он на дыру. Значит, Феникс ко мне приходит. Да, хорошо, ты его должен танковать. Я могу зернитру вторую взять. О, балл, раскручивайся. Но приготовь ее, можно на единичку поставить зернитру, да. Мы линками не достаем до нашего зерна. Альфы будет много брейвери. Угу. Я понимаю. Ну, я центр могу ком. Попробовать. Давай как? Мы... Не надо, ты скорее всего умрёшь. Ты раскручиваешься по баллу? Опустим по баллу стакается. Да ты, он сейчас должен бить балла просто. Не пробивай я богатку. Окей, давай, по баллу переключились. С апкапом. Мы. С апкапом. Переключились. По виндику. По баллу. По виндику. Мы стреляем зернитра по баллу. Егере ближе к Моросу можно подвинуть? Ну что у нас Ликей умирает? Подъезжаю, да. Брэвер, сколько тысяч дэмэджа на бале? Много. У нас Ликей умирает. Я не могу смотреть, у меня три окна. Ну что молчит так, Джон? Пожалуйста. С меня освещения было. Ну у тебя меньше пол армора. Я его качаю один. Ну, подкасты, да. У нас был свитч в эпсе. Я не подаю по валу больше. Да, сейчас я накину еще сетку на него. Накиньте граплер на виндика, если ТП можете. На бал. ТП на бал. ТП на бал, да. ТП на бал. Мы можем крутиться, чек, мы можем крутиться на Феникс, я сейчас пролечу второй зернитр, если нужно. И я уже добьюсь брейверика. Пока не надо, подожди, нет, нам надо убить говно. Виндик, стреляй. У нас пока все хорошо, ребят. Я прогоняю виду, я уже виду пауэр. Да, хорошо. Приготовь пока вторую зернитру на единичке. Она уже стоит там. Новый виндик, когда он подъедет, нам нужно будет его снова запраймерить. А у нас пока секондри будет Нестор, Эрки. Не забывайте двигаться. У нас Скарлетт Нолан со скоростью 1. Мегатрон Скарлетт Нолан со скоростью 0. Да. У них Морос 6, это плоховато. Мы около него, он не должен попадать. Все нормально. Если у нас кто-то может снова Нестора притащить, было бы удачно. Я бы не отказался. А, может, мы также с апкапом свичнем сейчас? А почему он 80 вообще едет? Окей. Нет, переключите с апкапом на Нестора. Пока нет. Этим, соответственно... Дикей на... А? Я прогнал. Нестор умирает. Дикей, окей. ТП-хи оставьте на виндике. Да, ТП-хи на виндике. Блин, что у них есть-то вообще? Чего ты умираешь? От Дреда. Мороса? Я сейчас бомпану его, Я разнитую виндик. Виндика много скорости, виндик. Почему? Локли, ты держишь виндика? Он слишком быстро виндика едет. Виндика я держу, но одной сеткой. Я сейчас бомпану Мороса с Апока. Я бомпаю Мороса. Я несколько попробую виндика. Сбрить. Я не, не знаю, я не попадаю. Да, мы Quantum Ace стреляем. Саскап стреляет Нестора, ты стреляешь Quantum Ace с зернитры. Чего, ладно, ты раскрутился на Quantum Ace? Да, я все еще кручусь. Да, стреляй, я его торможу. Зертека, свич. Меньше Нестера. Флуда, господа. На старте свич меня. Все нормально, зертека откачиваем. У нас Нестор кто-то новый притащит, нет? Я могу присесть Зармазда, если надо. Так, по Нестору прошли? Нет, по Нестору прошли. Хочу убить Нестора. Ну, мы, в смысле, по нему и так крутились, я надеюсь. Дикею нужны батарейки. Сейчас подъеду к тебе. Если найду тебя. И еду. Откачиваешься. Они туда-сюда свечутся. Да, нормально все. А несколько целей. Секондри будет виндик. Оба сейчас. Я разнейтриваю виндик. Сапкап может переключиться на виндик уже. Возьмите его с крамом, они отъезжают. Возьмите с крамом виндик, пожалуйста. Виндик говно. Хорошо, да, возьмите его с крамом, и сапкап стреляет по виндику. Кап виндик стреляет по Нестору. Виндик с реактивкой, я его не иду. Кап по Нестору стреляет? Да. Хорошо. ТП-шки на Нестор? ТП-шки на Нестор, да. Куда зернитра, туда ТП-шки. А, виндикатор Джан? Мы стреляем по Джине, по виндикатору. В кого свич? Виндикатора Джану. Не, виндикатор отъехал, не отъезжайте от Мороса. Тусите с Моросом, переключитесь на Эрке. На Эрке переключитесь. Блин. Если сможете, возьмите Цивил 2 с крамом, сеткой, чем-нибудь. Прогнал, на Эрке переключились, праймере. Не забывайте двигаться.
Из-под винтика, ой, из-под Мороса выезжать, что ли? Нет, мы не выезжаем из-под Мороса, мы около Эрки. Я же говорю. Кто выезжает из-под Мороса, тот Лалака. Они вот, например, Теджи. Теджи, например, Лалака. Выезжает из-под Мороса, хочет умереть. Нет, я их заскрэмбил. Все, я отъезжаю обратно. У нас второе зерно будет вообще? Да, вторым зерном проходи. Окей, прохожу. То, они сейчас мою жрут. Может быть, может крутиться на капитале начинать? А, да, можно начинать крутиться на Фениксе. Нет, стоп. Эрки добить надо. Эрки добить, потом на Фениксе будешь крутиться. Уже поздно. Ребят, го, все в Эрке. Блять. У нас течет секондари. Ты скинул? Да, давай. Давай, переключайся на Феникса. Ну, мне просто плохеет. Я убиваю Феникса. Пизду. Так тебе и так поплохеет. И так, и так. Нам просто, блять. Да, второе зерно тащи. Нам нужно будет тогда... Поехали к Фениксу, да. Нам нехуй делать. У нас Нестор будет, нет? Эш новый. А, не будет, я понял. Ну, в греве отскочим от Мороса, он по нам работать не будет. Мы... Куда мы, блин, отскочим? Мы просто умрем здесь. Под зерно. Там отскочим. Ты видишь, что там Виндик стоит? Ну так он работать не будет, а Виндика мы нейтрим прямо сейчас джамим. Окей, поехали. Поехали все к... Блядь. Да, поехали под углом к зерну. Ты крутишься на Феникса? Надо туда. Да. Ты закинул уже второе зерно, нет? Я уже в варпе. Да, поехали. Поехали вот туда, в сторону Феника едем. Поехали. Соответственно, старайтесь ехать чуть-чуть под углом, чтобы у вас угол был к этому, к Морсу. То есть не в нуле. Можно проб погреть, если вы далеко сзади. Не сожгитесь. Соответственно, на Виндика Джан, на Виндика Нейтрик и так далее. Едем к Фенику. Как там твои дела на этом? Нормально. На Зернитре, ага. Подъезжаем к Фенику. Я просто... У меня скорость 50, так что... Да, это нормально. Я свичнулся. Едем к Фенику. Так, все проехали. Дамна там не едет. Господа, я не должен называть всех... Проходи, я не должен называть всех по именам. Вы должны ехать сами. Виду можно уже, наверное, начинать реварпать, потому что, блин, там она умрет. Ёбаная Катра мой тоже где-то хрен знает где. Я прошел Зернитрой. Да, по Фенику стреляй. Мы тоже по Фенику стреляем. Мы орбитим Феника? Да, орбитим Феника, стреляем по нему. Он ракетный. Ну, может, все равно орбитим, чтобы по нам не попадали нормально. Стреляем по Фенику. Можно попытаться посмотреть. Минус дыра. У них да, два нормально. Индикатора. Это нормально. Нам нужно после этого будет Виндика убить. Где Виндик? Не вижу Виндика рядом с нами. Квантум пересел на новый Виндикатор. Да, это нормально. Ну и надо к нам подъехать. Я надеюсь, мы все подъехали, да? У нас нет какой-нибудь Дамны в 60, который не едет. А, мы все подъехали. Феникс убиваем, да? Да, Феникс убиваем. Активные два кабустера капитальных. Секондри будет лишак. У них мегакуда разваливает, как будто бы. Гоу переключимся. Да. Если что, перестаните вокруг меня, пожалуйста. Сапкапом на лишака. Там рядом с тобой Виду есть? Если она есть. На лишака с апкапом переключились. Капами стреляйте дальше по Фенику. Мы почти Феникса убили. Нам надо помочь зерну, не? Там два зерна. Они его и так убьют. Okay. У нас у зерна все хорошо. Зерно все отлично. Почти нет. А дамну заложить? Чего нету Феника? Без капа. Без капа. Угу, хорошо. Мик, у тебя плевгрим отстал. Мик там умирает. Да, он орбитил его, он сожжет. Не знаю, если вы достанете репку. А катер летит. На Виндика переключились? Нет, 90, бросили лишака 90. На Виндика переключились. Зернитрами тоже. Я не попаду. Я буду по Моросу крутиться. Хорошо, стреляй по Моросу, если не попадешь. Тогда наш второй зернитр. Я буду Виндика стрелять. Да, ТПшки не забудьте накинуть. А катер снова пришел. К кому ему ехать? Слирвейл. Пока что не попадаю по Виндику. Один Виндик джам. Квантум на втором Виндике в бродкасте. Это подъехал. Второй. Ага, да, по Виндику ты попадаешь, нормально, он умирает. Брайвер, твой решак в космос уезжает. Ага, по Квантуму пошли. Давай, Господи. Брайвер, едь на пиле, я в тебя верю, я качаю тебя. Так, к Сильверу подъехал. Я прогнал еще раз, виду их на дистанции. Ага, тенги еще попробую прогнать, если получится. Они реварпают. Я прогоняю, понимаю, реварпую. Ну да, ну гоняй. У нас ты с зернитры стреляешь, нет? Да, конечно. Мороса Неви таклит. Мы можем что-то таклить Мороса Неви? Секондри, да, Нестора стреляем. После Квантума, после Квантума. Нам доки зернитра. Ага, после Квантума Нестора стреляем. Можем их подо убивать? Да, если сможешь поймать, убивай, конечно, они дома.
А, кстати, мы хорошо себя чувствуем, у нас с откачкой все нормально? Не, они не бьют. Нам уже Морос вводить. Окей, смарты нажали тогда. А, блядь, мы ну, поехали, поехали флотом под Морос, чтобы хоть как-то с дистанции его втаклить ХДшкой. Давай по центру встанем, зернитро убьют. Нам надо убить. Ты винтиком останешься на праймере. Алишака. Ну, Мороса упустим, Мороса упустим. Ну так вот какой-то сместитесь таклом к моему и все. Они съебывают. Да, хорошо. Лишака, убейте. К Моросу, поехали, да. Такл, поехали к Моросу, поехали к Моросу. Поехали к Моросу, мы все отпустили более или менее. Едем таклом к Моросу. Следите, чтобы вам лицо не оторвало в процессе. Посмотрите, Морос в Сидже, не в Сидже. А, в Сидже пока. Попутно подо мне стрельните, вот брат каснул давно. Нагрейтесь на хиктрик, стрельните по ней просто. Это ред гигант, и тут можно умереть. Да, просто стрельните подо мне по пути. Если вы до нее достреливаете. Мы лишака пробиваем по пути. Он же... Ну, кто попадает еще по нему, стреляйте по лишаку, окей. Я отжимаюсь лишь на этом, на зернитре. А ты по Моросу стреляешь? Я нет, сейчас буду стрелять. Ну стреляй, да, у тебя сколько сиджа? Я на мисонах, я почти попробуйте лишака стрельнуть, попробуйте лишака стрельнуть. Вы попадете, возможно, по нему с зерна. Он топит хрен пойми куда. И да, он, кстати, если попадешь, то попадешь. Если не попадешь, то хер с ним. По Моросу стреляем дальше. Они, возможно, кстати, пересоберутся, так что я бы на вашем месте не расслаблялся. Ну, если раунд 2 будет, то скорее всего. Хотя было бы кого нибудь можно сделать вид, что он начал танковать, не хочешь? Один акатор, да не особенно. 29 в доке. Мы пересмотрели много. И человек 15 на андоке. Ну, что мы не пересмотрели? Мало мы пересмотрели, да, но... Я думаю, что они сейчас просто... Ну, мы второй зернитр пока не сиджуем. Соответственно, первый зернитр его убьет, но пересядет на что-нибудь. Варпи на C5. У меня минута сиджу. Ага, да, сиджу ред делай. Если время есть, я... пока торбо вернуть, пополнишься. На кого? Зертек. Окей, лечу. Не убивайте капсулу, пусть летит. Джам. И вот сюда нужен джам. Вот это старт надо забрать, да. Отлично, вот ушла. Вторая зернитра ушла. Сейчас тоже нажму. Нажал варп, ушел. Все в разгон стойте, ребят. Одна жму нам варп, я надеюсь, что все стояли в разгоне. Потому что я не был в разгоне, но... Митя, по-моему, остался. Я остался, все нормально.